Здарова, Империя, микрофон Артём, это канал Сноворон ТВ, у нас сегодня что-то про паучков. Выглядит прикольно, да, в неоном таком этом. Есть совместная игра, есть одиночная. Давайте смотреть. Так, мы играем за паучка. А, ну это что-то типа такого тира, да? Деньги с них падают. Возможно, на апгрейд. Музыка хорошая есть, приятная. Такая, нормальная, бодренькая. Так, деньги надо собирать. Жуки посягают, короче, на мою паутину. Пауку это особо не нравится. Еще пчелы какие-то. Так, о! А еще всякие ловушки ставятся. Так, тихо. О, это что такое? О! Здесь бонусы различные есть, замедление. А, это суперудар. Так, я забываю деньги собирать, потому что надо и стрелять, и бегать, и... О! Отлично. Так, они должны меня укусить или что? Так, они, по-моему, все больше и больше размножаются. У меня еще такой суперудар есть. Вот такой вот. Ой, черно-белые стали. Ай-яй-яй! Короче, да. У нас всего лишь... Давайте повтор. У нас всего лишь одна жизнь. Я нечаянно, короче, нарвался. А для чего нам эти деньги, я пока не понимаю. Здесь, походу, что-то можно купить. Они, короче, все больше и больше начинают прибегать. Ладно, у нас никакой перезарядки нет в оружии. Просто паучок, который защищает свою территорию. Ну, это комары, я так понял, да? Пчелы, комары. То есть им не нужно ничего атаковать, они просто летают, пытаются меня укусить. Ну, или я попытаюсь на них нарваться. Попутно собираю бонусы. Здесь есть такие вот штуки, вот видите, она меняет цвет. И через нее пройти уже нельзя. Вот она поменяла цвет. Эдакий барьер паутинный. Это, короче, зарождение Человека-паука. Ух ты. Это было неожиданно. Это, короче, игрушка на реакцию. Прям реально на... Ух ты, эти пошли какие-то. Во, нормально. Это оружие. Со всех сторон шмаляет. Так, они изменили цвет. Так, а мне дадут уже бонус какой-то уровень. Так, что черно-белые опять пошли. А-а-а, они в угол забились. Для чего я собираю денежки? Кто мне объяснит? О! Кто? О-о-о, ты вы чё? Тут не зажали. Кто-то стрелять начал. Кто-то по мне... Бля, собаки стреляют! Так. Подождите, для чего деньги нужны? Я не понимаю, для чего нужны бабосы, которые мы собираем. Где здесь... улучшение есть, интересно, где-нибудь? Так. Ну это... Ага, это просто... Ну это просто... Просто показано виды стрельбы. Вернее, управление. С точными. Так, ладно, давайте еще. Короче, все быстрее и сильнее они стают со временем. И это прикольно. Это, знаете, что-то типа аркадных автоматов, что-то такое. Пакмак, короче, на виде паука. А, ну это денежки, я так понял, это просто очки. Это же игрушка в основном сделана на того, кто больше очков набьет. И вот мы просто собираем монеточки для увеличения очков и попадания в так называемую таблицу лидеров. И все, то есть нету никакого улучшения особого.
просто табличка лидеров. Ух ты. О, вот это, кстати, вот это нормально. Вот это хорошее оружие. Эдакий дробовик. Паучий дробовик. Давайте с таким сыном. Нападайте по одному. Так, эту желтую штуку вообще не стоит трогать. Так, теперь вы ползаете там, да? Ползайте, ползайте. Гадкие букашки. Только не на моей территории. Во, пожелтели. Все, 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 все. Сейчас пойдут эти, которые стреляются. Псы, которые вот эти вот. Из-под тишка где-то откуда-то стреляли. Я даже не заметил, кто это был. Ну, какая-то это... Жук-паук какой-то был, это точно. Давайте... Посмотрим, сколько мы сможем набрать. Сможем 10 тысяч набрать очков? Наверное, нет, потому что слишком много их начинает ползти. И я просто тупо не успеваю за всеми следить. Ай-яй-яй, ладно, ладно, ладно. Не, ну такая забавная игра. Здесь, видишь, кооператив есть. Такая чисто скрасить вечерок, как говорится, пострелять. Ну вот, пособирать эти очки. В принципе, больше здесь ничего такого нету. Ну и особо на ней будем, наверное, внимание заострять. С вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик, приходите на стримы и увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.